Порой мне кажется, что я это кот Шрёдингера. Одновременно мертв, одновременно жив. Презерватив одеть на сердце и на уши, чтоб не словить инфекцию, которую ты пихаешь в свою лапшу. Слушай, давай закажем суши. Суши свои крылья, снимай одежду. Давай, как прежде, оставь только колготки. В стране сухих законов, но бесконечной водки. Мы будем заниматься кексоприготовлением, рефлексоизвлечением, взаимным совращением, вращением на плоскостях твоей мятой постели. Сквозь 33 недели и 360 алкогольных градусов. Ну а пока пойдем курить под пандусом, пока еще не зашкалил от нас счетчик Гейгера. Я угощу себя бутылкой блейзера. Прости, что нет чего другого, но сегодня запрет на продажу спиртного из-за твоего ебучего выпускного. Полеты в астрал под пачкой Трамадола, на тесной писке где-то на Плеханова или в Перово. Пиво, водка, виски и, конечно, кока-кола. Все смешается внутри, и завтра будет плохо снова. Возьми за основу разрешенные реагенты, оставь записки карандашом, и быть может сквозь юности плащ и обрывки киноленты. Спустя 5 минут ты сможешь найти выход на коже. Порой мне кажется, что я это собака Павлова, подопытный кролик, лабораторная крыса или все сразу скалолазом между твоих ребер и позвонков стану и буду нырять внутрь тебя без плавников. Но запахни себя в теплый шерстяной плед, ответы все найдешь в теплом дыме от сигареты. Иммунитет приобрел я к надрывным всхлипам, все твои Коэльо и Зюскинды всего лишь липа. Умная типа, хочешь казаться в окружении друзей и подруг, более, кстати, похожих на элитных бледей, между ног которых уже столько мужиков побывало, сколько ни одна бочка селедки внутри себя не видала. Но я не Корбен Даллас, и мой мозг не перетекает в фалос при виде тёлки, у которой на лице камшот да папас. Of course, такой, как я, это не тот, по которому будут сопнуть самки. Но для своей единственной я смогу построить хрустальные замки. Или понравится чьей-то мамке. Я знаю, в Питере в паре 1703 любят такие шутки. Спасибо.